об этом, обо всем я рассказываю в своем инстаграме. Где я работала, как я повысила доход, на чем и так далее. Вот, это все есть в закрепленных, в рилсах, поэтому, если интересно, можете заглядывать туда, смотреть, потому что в инстаграме очень часто я тоже делюсь какими-то мыслями, которыми я могу не поделиться здесь, потому что здесь аудитория более жесткая, а в инстаграме более лояльная, потому что, ну, там люди уже пришли на тебя, и, соответственно, поэтому и конверсия намного меньше, да, как бы здесь 120 тысяч, там 7. Вот. Это нормальная конверсия, потому что, ну, в ТикТоке люди намного легче подписываются, не фильтруют, а в инстаграме они уже подписываются только если заинтересованы. Вот. Но там бывают прям... Я тоже делюсь своими мыслями. Вот. Какая красивая. Спасибо большое. Сашка, привет. Анжела Перл. Блин, мне советовали ее, рассказывали мои ученицы про нее, а я просто YouTube не смотрю. Как-то не залетает мне эта платформа, длинные видосы и так далее. Короче, я хочу сделать прям супер легкое покрытие. Вот, две капли, да, вы видели. Распределила на все лицо. Тоналка, кстати, шик. Извините, шик, 0,1 оттенок. Золотое яблоко, все так же. Потом будет консилер от Maybelline Superstay. Я не скажу, что он супер крутой, но он легкий, поэтому я его нанесу сегодня. Потому что с тяжелым макияжем ходить весь день, ну, такое себе удовольствие. Тоналка стойкая, да, вполне. У нас тепло на улице, но сегодня ожидается дождик. Конечно, лето же. Сколько часов держится тон? Но иногда я с ним хожу и целый день. Не знаю, у меня тон держится как-то нормально. Может, потому что у меня не супер жирная кожа или что. Так. Что у меня там? Коты буянят. Я не понимаю, что они делают. Что делаете? Сладкая. Хотите, покажу кота? Конечно же, хотите. Сейчас. Выключить камеру, постоянно забываю. Оказывается, в этом пакетике шуршит. Да? Зайка. Мой зайц. А где-то есть второй. Короче, у них есть целая коробка игрушек. Можно ей туда мышку закинуть, и она будет вообще в восторге. Тон называется шик. Димушка? Ну вот, мы узнали причину шума. Все. Есть второй. Не знаю, где он. Второй. А, вот он. Ладно, не буду показывать. Тут сушилка лежит. Да, не знаю, просто укладка держится на плойку всегда. Хорошо у меня. Кот застрял в петле. Да? Сейчас. Реально. Блин, спасибо, что сказали. Я не заметила. Пакет с ней сливается. Она очень часто так в ручку залазит. Мне кажется, у всех коты так делают, да? И потом
Ну, благо, ничего плохого не происходило. Все, спасибо большое. Бывает реально такое. Шик, вот, скриним. Блин, оно не сфокусируется, сори. Так, бывает такой типолос, который просто не держит укладку. Да, бывает. Но у меня у самой на самом деле такой типолос. Блин, у меня консилер застыл. Консилер застыл. Бывают такие волосы, тогда используйте пенку. И используйте лак в конце, тогда будет лучше держаться. Ну, то есть это самые обычные средства. Так, волосы крашеные, нет. Ну, концы, которые у меня были крашены, это уже концы прям. Может, они еще чуть-чуть остались, но это уже мои волосы. Это красивое, спасибо. Эффект ресниц Лисьи лучики. Плейлиста нет, это просто подборка от Алисы. Довольны ли вы своей фигурой? В целом, да. У меня все пропорционально. Я стройная. Пока что я не могу заниматься спортом, поэтому это все, как я могу себя успокаивать. У меня осталась чуть мышечная память до сих пор, хотя я уже полгода не занимаюсь спортом где-то. Мне нельзя. Но в целом все окей. А весь мой уход за лицом есть у меня в Инстаграме. Приходите. Смотрите там, скриньте, там все есть. Почему нельзя? У меня были операции. До этого я занималась в зале и ходила на стретчинг, на йогу. Все это чередовала, либо совмещала. Но, девочки, я хочу пойти на танцы, в первую очередь, потому что на самом деле, ну вот реально, у меня нету каких-то глобальных проблем с фигурой, как бы буду, наверное, какие-то упражнения делать дома, но в целом пойду на танцы для того, чтобы развивать свою зрение.